Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Far Cry. Так, нам надо сейчас ехать вниз. Я что-то забыл, что было у нас в прошлой серии, но я помню, что в прошлой серии у нас одно. Случилась неприятность. Так. Случилась у нас такая неприятность, что оказывается, золотой калаш, который говорили здесь, что он не ломается вообще. Он ломается без проблем. И он, кстати, не один по карте. В первой локации его можно встретить практически. Это чё? Что это за пулемет? Вот это взрыв! Вот это частицы, блин. У меня даже не просела игра, прикиньте. Почему-то, когда я нажимаю F5, у меня идет просадка до 60. Сейчас я поставил себе частоту обновления в игре на 75. И поставил вертикалку. Просто вы видели, что творится без вертикалки. А что с вертикалкой творится, так это ужас бывает. Я, может, потом ее отключу. Хочу пробегать немножечко с ней, хотя бы серию. Посмотреть, что и как она из себя представляет. В прошлой серии мы, как я заметил, сейчас только что походу прокачали себе обойму. Вот скажу честно, сейчас я подзабыл как-то. Сейчас по ходу дела будем вспоминать. Не запускал совсем немного и все равно подзабыл. А запускал совсем недавно ее, по сути, записывал для вас. Ага, пока аванпостов нету. Air Files, аэропорт. Но нам не надо в аэропорт, он туда. Кадров, кстати, не так и легко и изменить в этой игре. Приходится выходить в главное меню, оттуда вот заходить в настройки, графика и ставить частоту обновления на сколько вы там хотите. Как бы так. Ладно, не будем запариваться с этим. Где-то, короче, он алмаз увидел. Хорошее место. Здесь возможно. И прям в пах. High voltage. А, я думал, тебя сбило. Она живая, посмотрите на нее. А, либо это глюк просто. Алло?
Это... Не, походу я ее все-таки сбил случайно. Я вообще не хотел. А может они ее застрелили? Обидно. Обидно. Ну ладно, едем. Обычно, если мы в этих местах стопудово побудем там, они отображаются таким выделенным местом, как бы на карте показано. Так, где он там? Едем, отвоюем? Ну, давай. Оказывается, смотрите-ка, есть еще два безопасных, еще безопасные зоны. Получается, 1, 2, 3, 4 безопасных зоны, прикиньте. Не кисло. А что это за оружие? Как оно называется? Я бы, знаете, я бы хотел бы... Да. Потом съездим в оружейку, ребят. Вообще у этого бара должна была будет, по-моему, оружейка. Как было это в первом городе. Там тоже бар был, в который мы в самом начале заезжали. Этой оружейки не было показано на карте. Только если вы, конечно, не заедете в данную зону. Жалко, больше нельзя прокачать, чтобы шприцу было по максимуму, чтобы до конца этой полосы доходило. А вот это сейчас можно было сказать префайр. Я просто туда пострелял и все. А я, вы видели сами, я просто туда навелся и начал стрелять. Все. Подохли сразу. Высоковато. Блин, потерял вход. Но зачем это просто хранить и все? Оно, если я ложу туда, оно не чинится вообще в упор. Ну да, это было бы чересчур читерски. Так. А что это вообще за чуваки? Надо, короче, будет точно в оружейку съездить и взять ту М-ку с прицелом, если она, конечно, доступна. Если же нет, то я выполню вне серии, короче, задание насчет оружейки. Что я даже не знал, что тут такая М-ка есть. А-ля-ля-ля. Вот вам американские горки, блин. Так, сейчас будет поворот как раз... Ага. Остановка. Мы едем прямо. В этой зоне всего лишь 3. Подождите-ка. А я знаю ту локацию снизу. Оу. А я знаю, знаю, ребята. Это по этой локации мы будем еще проходить будем, но это будет в конце игры. Да.
Что там уже война? Как песни Фактор 2? Я еду, ребята! Сейчас пиздюлей! Наваляем! Неожиданно! Я работал как на APR, так и на FL. И мне сначала казалось, что RPR собирается захватить лидерство Лебока. Проспект Куаси, и из нее тех, кто я могу доверять. А чё так тачка-то быстро взорвалась? А чё дерево не сгорело? Эй, вернись! Ну оружие когда тут есть, слава богу. Сейчас, подожди, чел, я с тобой разберусь. Сейчас только с дальним. Ты где? Кто он, где? Блин, я пропустил, нам сюда. Так. Вот эта М-ка штурмовая, блин, по-моему, это точно она. Да. АР-16. Блин. Ну я потом, короче, повыполняю задание снова от оружейки, чтобы открыть уже оставшиеся пушки. Так, можно забежать сюда и забрать патроны. Ну не кисло, что кинули здесь. Как я и понял, так. Давай-ка я заменю. У каждого бара, короче, находится оружейка. Берем. И чё, всё? А где УЗИ? Я же УЗИ покупал. А, вот оно. Сейчас вы поймёте, зачем я это делаю. Беру ещё одно УЗИ. Также я поступаю с пулемётом, ложу его чистеньким, свеженьким сюда. Беру новый. А калаш
Блин, даже не... Положил чистенький, свеженький туда и взял новенький. Все. А вы слышали, что здесь еще кто-то выжил? Ах ты, падла! А я слышал уже, кто-то остался в живых. Да, можно было еще здесь, кстати, патроны взять. Это, кстати, тот корабль, на котором мы должны были... оборонялись, короче. Сейчас, Сек. А как ты сюда приплыла? Хочу посмотреть. Ага, все есть. Только давай без обороны опять. Думаю, это место подойдет. Идем, посмотришь. Я была уверена, что меня схватят. Они жаждали крови. Случай с оружием их разъярил. Лейтенант знал, что делает. Он все затеял на совесть. Баржа теперь бесполезна. Надо думать над планом Б. Может, отсижу в тихом месте, лавку открою. Че, все? Ну да, вот задание от оружейки открылось. В кустах еще могут быть солдаты. Да нет, не могут быть. Давайте тогда я выполню одно задание при вас, чтобы вы хоть посмотрели, что из себя представляют данные задания. Так. Если у вас нет, вот эти, короче, пушки откроются, статика, да, неплохо. Тебе нужно новое оружие, мне нужно новое оружие. Получается, та снайперская винтовка — это тяжелое оружие, и тогда я надеюсь на то, что это тяжелое оружие, и я смогу его заменить вместо пулемета. А ты дальновиден. Оружейку вообще выполнять хорошо. Не, ну, конечно, можно сесть сейчас на автобус, доехать до Тудова. Тут, кстати, я смотрю, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 заданий, ну, 10 будет, даже чуть-чуть побольше. Я думаю, тут 10 заданий будет максимум. Конечно, не уверен. Говорить на 100% я не буду. Я все взял, теперь можно... Ай... Все. Теперь можно ехать к остановке и выполнять данное задание. Потому что после этого, когда мы это все сделаем, нам все-таки откроется снайперка неплохая. Я просто надеюсь, что она будет заменяться мне не на калаш, а на пулемет. Потому что пулемет хоть и... Я, знаете, уже просто на всякий пожарный. Потому что это такие люди, что... Могилы их даже не исправят. Они кажутся мирными, но... Когда вы из тачки, вам так не покажется. Я не знаю, может поедем через обрез, либо же придется в круговую ехать. Потому что есть, если справа поехать, то можно быстрее доехать до нашей цели. Но я не знаю, мы на горе сейчас будем или же нет. Потому что, возможно, мы будем на горе и нам придется спрыгивать. Я как бы пешочком это могу сделать, если там как бы обрыв не такой крутой. Не надо, я лучше F5, потому что это намного быстрее. Ага, вот как раз вон туда. А чё, почему бы и... А, подожди-ка. Ага. Можно отвоевать быстренько вон тот аванпост. Ага, и поймать его.
Я забыл, что они кругаля наворачивают. Либо же просто в объезд, что намного дольше, видите как, если я поеду назад в другую сторону, это будет намного дольше. Я лучше рискну, экстремальную сделаю. Эй! Ну ты сам виноват уж, извини, чувак. Я не хотел сбивать. Вы видели, он сам в меня врезался. Хотя, вообще пофиг. Да, давайте-ка я тут еще вот домик отвоюю. Я смотрю, разработчики вообще не следили, как они ставят, потому что, ну, может, это ныкалка такая. Я знаю, что в реальной жизни вот бывает, что вот так камень стоит. Бывает. Спят усталые игрушки, и дальше я забыл. Кстати, как, где, вот вторая уже, блин, я не знаю, где взять патроны. О, патроны все собрал, прикиньте. Я как раз патроны и хотел найти. Так. О, да ладно. Прикиньте, на Г можно включать и выключать фонари в машине. Дальше, я думаю, пешочком. Там надо, возьмем машину. Такое чувство, как будто у меня пинг, блин, большой. Пока есть, короче, время. Сейчас вообще узнаем, что они тут хоронили. Понял. Горючее. Он должен поехать вот с той стороны. На чем он там встал? А, едет, едет, едет. Отлично.
Меняемся резко. Сохраняем. Вот, ждем его. Во, это падла. Где-то еще падла осталась жива. Да как тут на F? А ты как там оказался? Выполнили? Да. Теперь можно ехать назад и покупать тогда ту снайперку. А, ну да, куплю я, блин. Сейчас же только вспомнил, что бабок нету, но... Хотя бы сейчас посмотрим. Бабки-то еще накопим, это ничего страшного. Бабки еще накопим, это ничего страшного. Так, давайте тогда еще пособираем алмазы, которые увидим. Вижу тебя. Приехали. Что-то не ожидал. А, это так облака показано. Ага, куда я вообще иду? Мне надо туда. А я хренью занимаюсь. Так, ладно. Нет, нет. А, не туда смотрю, да, мне сюда. Почему имена и названия чего-то пишут на английском? Yeah.
вот, если я сейчас выполню еще одно задание, то получается мне откроется эта М-ка. И останется только накопить на нее, что ли? Сколько стоит снайперка? 35, да? Снайперка. Угу. Ну ладно, ладно, ладно. Привет, дружище. У меня есть предложение. Кое-что для нас обоих. Эти сволочи из Молдавии думают, что могут залезть в чужой дом и выгнать его из бизнеса. С запада скоро будет конвой с оружием. Не перехватишь его? За это я привезу для тебя новые боеприпасы. Хорошо, мне нравится твоя решительность. Ага. Но он кругаля опять наворачивает. Сейчас посмотрим, в какую он сторону едет. Ага, он кругаля вот так вот наворачивает. До вышки едет, потом до квадратика. И так вот кругами, короче, катается. Понял. Быстрее я даже не знаю, что будет. Переместиться, наверное, на нижнюю остановку. И там уже доехать спокойно. Ну, поехали. И куда это поворот ведет? Ага, там какой-то домик просто. Я знаю, что он едет за мной. Сейчас мы ему покажем, где раки зимуют. Вот это я сейчас отпрыгнул! Не, ну вы это видели? Я сейчас вообще четко отпрыгнул в сторону. Так, вода, 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 вода. Дайте еще воду. Ладно, придется восстанавливать вот так себе здоровье. Возможно, здесь где-то еще была вода, но я ее не видел в упор. Да, отправляемся туда. Сейчас выполним тогда это задание и можем закончить на этом серию. Ну, показал я вам, как это все это выглядит. Все-таки даже, наверное, зря я. Нет, я думал, там пушек нормальных не будет. А оказывается, нормальные пушки все-таки тут есть. И это очень хорошо, мне прям нравится. Это... На эту снайперку я вообще как-то внимания не обращал, вот на эту большую, здоровенную. Но она такая здоровая, вряд ли она пойдет вместо калаша. Ну, хотя разработчики могут такое сделать. Если это так, то я ее покупать не буду. Вообще ярко. Да. Вот сейчас красиво прям. Вот сейчас красиво. Здесь показано, что алмазов нету. А вот здесь есть. А, это так это не алмаз, это шакал. Видел тут пацана на обочине вчера. Сколько ему лет? 18, 17. У него был при себе обрез.
Рядом головой в канаве лежал мертвый СНС-овец. Получил несколько зарядов 12-го калибра в упор. Парень держал бойца за ногу, ботинки снимал. Выглядел усталым, побитым, оборванным, старым. Дети в таком возрасте не так должны выглядеть. Так, хорошо. Не так, но ладно, мы едем дальше. Сколько у нас там алмазов сейчас? Ага, посмотрим. Я не знаю, как еду, вот. Дорожка нормальная появилась все-таки. А то ничего не видно, так ярко, прям сочно. Я бы, знаете, еще и подрубил бы от NVIDIA насыщенность, но, к сожалению, я не могу. Ну, просто не поддерживает. Не знаю, в чем прикол. Вообще не понимаю, правильно я еду. Дорога плохо видна, потому что ярко, сочно, красиво, блин, вообще. Ага, понял. Нам проезжать два ванпоста. Так, ну ясно. А подождите... А, нет, все-таки придется проезжать. Подождите-ка. Гады, что тут еще сказать? Ну, хотя бы есть с пулеметом. Так что можем ехать. Я не хотел объехать как-нибудь, но... Как видно, что толком не получается. Ну, тут аванпост, и на баге бы не получилось бы нормально. По звуку я по кому-то там попал. Не, ну можно взять данную пушку сразу, но... Она тупо может взорваться в руках. Она грязная. Просто ужас. Я его взял бы, я лучше новую куплю. То что если оружие новое, вот как у меня калаш, то и хватает надолго. Также это мы выяснили уже и золотым калашом. Но М-ку я думаю приобрету, когда она появится. Подождите, картинка какая тут. Ну да, все, понял. А, наверное, изначально эта М-ка была без прицела, но потом его добавили. Почему? Почему он загорел? Ну, дерево загорелось. Я же ничего не поджигал. Ну вот честно, ничего же не поджигал. Таймокомайн. Такомоко моё. Майн это моё просто. Переводим. Кто не знал. Ладно, оружейка будет позже. Потому что в оружейку мы так и так заедем. Ага, осталось немного ехать. Я сохранился. Сейчас еще раз резко нажму.
Подождите, вот теперь можно отключить. Что-то мне не нравится, как она работает. Дратуте, да, дратуте, дратуте. Какая... Ну, походу, у этого чувака гранатомет, потому что я не могу другого объяснить. Объяснение найти. Почему у меня так все быстро взорвалось? Вот почему-то названия какие-то вот пишут на английском. Ну, почему не написать... Да что происходит? Не-не-не-не-не. Я им сейчас покажу, где раки зимуют. Не на того напали, блин. Давай грузись, пожалуйста, быстрее. Быстрее. Шейдеры, что ли, долго загружаются? Я не понял. Так, не, это моя тачка. Или стоп. Это та тачка? Ага. А вот и гранатомет. Тут, подождите-ка, не то. Есть что-то интересное? Да не. А что хранится в этом ванпосте, что-то не могу увидеть. Ага. Взрывные. Даже не знал, что на таких тачках есть гранатомет. Давай, давай, быстрее, мы почти рядом. Хорошая машинка. Мне прям нравится. High voltage warning. Do you be killed? Не успел прочитать там дальше.
Ой, да ладно. А вы только что открыли... Чи. Не вкуриваю. Слава богу, таблеток пока хватает. Аванпост с патронами, мне это нравится. Ладно, едем тогда назад. Сейчас в оружейку заедем. Посмотрим, сколько что стоит. И будем копить тогда на этом. Ехать до оружейки, благо дело, ну, недолго. Мы буквально проезжали недавно ее. Неожиданно так еще плюс, ну, себе убежище разблокировали. Неожиданно. Вот последующей частей вообще нету больше убежищ. Они по сути есть, но теперь эта часть просто перенесли вместе, ну, соединение с аванпостами, что теперь, когда вы отвоевываете аванпост, там появляется сразу убежище ваше, можете приезжать туда и сохраняться. Чё, кто ещё? Хорошая тачка, мне прям нравится. You be killed. Ой, я опять не увидел, что-то я забыл. До оружейки совсем чуть-чуть ехать. Можешь срезать, статика, поехали, срежем. Главное нам статика не потерять. Парковка 10 тысяч. Не, сюда. Угу. Дальше откроется гранатомет и дробовик, короче. По картинке я понял, что это дробаш. Ну, а почему не открыто? А, теперь открыто, да, двадцатка стоит. И такая, так, получается 55 нужно достать. Да, наберем, ничего страшного. А у меня как раз есть предложение. Человеку вроде вас нужны новые товары. Мой поставщик беспокоится из-за конкурента. Напади на его конвой, и я обещаю тебе лучшее снаряжение на выбор. Может, в следующий раз. Подожди. Хочу посмотреть, что осталось открыть. Один. Два. Три. А, ну все, это последнее задание, по сути, у него. Насчет оружия. Ну да, все, это последнее задание, которое надо выполнить оружейки, и тогда откроется оставшийся. Вот дробовик МГЛ и гранатомет этот. Все. Либо же два задания и открыть сначала две оружки, потом еще одна. Но обычно открывалось три оружки. Mm.
Я бы взял бы, но что-то как-то желания нету. А знаете, да нет, вряд ли. Короче, я не буду выполнять оставшиеся задания, потому что особо роли это не меняет. Я сейчас тогда поеду домой, ну, в центр карты, там выполню задание. У нас как раз именно там задание надо выполнить. Кстати, а что открывается за оставшиеся задания? Там, например, от бара, там от вышки. Что дается? Вот это я не знаю. Я даже когда впервые проходил, я... А нет, я, кстати, выполнил одно задание от вышки, но я не помню, что там дается. А вот оставшиеся задания я не трогал. Я делал только все по сюжету. Но надо лишь до остановки доехать. Перемещусь я в центр карты, выполним, пойдем выполнять там задание. И как бы все. Больше ничего нету. Сейчас тогда быстренько их атакуем. Уезжаем. Ну, как бы все. Я сейчас, может, еще покатаюсь, конечно. Нет! Нет! Но! Бля, пошел я в лагерь. Или же... Да, уже не починить, не успел. Ты погибла смертью храбрых. Особо того нет, тут есть еще тачки такие. А, я ж только что тут был. Только что. Пулемет. Придется пешочком идти. Ладно, дойдем. Благо дело. Ну, благо дело, да. Тут я вижу, что недалеко, ну как, приблизительно недолго идти к убежищу. Там тогда я твою и возьму тачку. А с вами мы увидимся в следующей серии. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.